Так, всем привет. Так, будем сейчас производить замену на Volvo S60 2007 года. Так, куда бы камеру поставить? Так, пошел отсюда. Мать твою, исчезни. Так, ну, видно, да, надеюсь. Короче, вот такой прикол. Так, пошел отсюда, блядь, нашел время. Так, откручиваем гайку на 17. Так, 17, готовим поплашку. И откручиваем. Масло должен. Снял фильтр. Так вот, новый. Фирма Алка. Вроде неплохая. МД-357. Так, она с ней в комплекте шла резинка. Уже поставил. Так. Ну, съемника не было. Взял какой был. И, но он был больше. По диаметру. Надел у него шланг. И все. Теперь у меня есть съемник. Так, что еще? Так, чтобы знать, давайте замерим диаметр, наверное, да? Так. Замерим диаметр. Так. Так, ну где-то он на 80. 5. Это так. Даже не знаю как. Туго. Налазит. Ну, давайте так заменим. Ну, 85 где-то. Ну что узнали? 85, если будете искать съемник, вам нужен на 85. Так, что теперь? Ну все, сейчас ставим фильтр на место. Заливаем масло. Масло Петро Канады 0W30. Все, фильтр. Масло сюда не заливаю. Но некоторые заливают масло, говорят, типа, блин, там должно быть масло, заводишь без масла двигатель туда-сюда, но, блин, на двигатель-то масло, ну, немного осталось, масляная пленка еще на месте. Если вот сейчас завести, на него спокойно можно проехать 150 километров, блин, без масла, так что имейте в виду, заливать сюда масло не обязательно. Как только заведете, оно пройдет через фильтр, его заполнит. Так, вкручиваем. Вот сюда, вот он получается. По ходу движения с правой стороны. Так, ну вот. Сейчас подтяну его. Съемник здесь, в принципе, не нужен. Но не надо сильно затягивать, потому что потом заебеть все откручивать нафиг. От руки затянули. Руками, не ключом. Ну, в принципе, я... Ну, смотрите сами, я ключом не затягиваю. Затягиваем руками. В прошлый раз руками затягиваю, сейчас кое-как съемником снял бы. Так, ну, пока так, все. Сейчас будем заливать масло. Так, поставим. Заливаем масло. Так, 5 слили.
Так что смело можем залить 5 литров. Так, сейчас будем заводить, заведем, а потом проверим уровень масла. Уровень проверил, уровень был, ну, масло было ниже уровня. Долил литр, сейчас все нормально. Ну, в принципе, все, вот и вся замена масла. Ничего сложного. И все это мне обошлось 350 рублей. Ну, 350 рублей это стоимость фильтра. Все, всем пока, удачи.